АСМР канал. Как всегда, с вами Лиса. Сегодня у нас будет завтрак. Я знаю, что многим нравится эта рубрика. Сегодня мы едим овсянку на молоке с фруктами и орешками. Посмотрите, какая красота. Но прежде чем мы начнем, я хотела бы поделиться с вами кое-какой информацией. Я очень люблю овсянку. Зачастую покупаю овсяные хлопья фирмы Увелка. Когда я сегодня покупала очередную пачку, увидела, что у них акция. Акция, которая называется «Забери сказки с Увелкой». В чем она заключается? В каждой вот такой вот акционной пачке с любой продукцией фирмы Увелка вы найдете наклейку со сказочным персонажем. Мне попался Емеля из сказки «По щучьему веленью». На карточке есть промокод, который нужно зарегистрировать на сайте. Для того, чтобы собрать целую сказку, нужно найти и зарегистрировать всех персонажей. Ну и теперь несколько слов о призах. Самое приятное. Все, кто соберет полную сказку, гарантированно получат 100 рублей. А также будут участвовать розыгрыши еженедельно 1000 рублей и смартфона, и ежемесячно в розыгрыше автомобиля. А если вы герой и соберете все 3 сказки, то вы можете побороться за суперприз от Увелки — квартиру. Я бы хотела, конечно, поучаствовать и побороться за квартиру, но столько каши я не съем. Акция продлится до 23 декабря. И если вам интересно, то на сайте promo.uvelka.ru вы можете найти об этом больше информации. Ну что, а теперь давайте завтракать, потому что я очень голодная. Сначала все это перемешаем. О, шикарно. В процессе готовки я не добавляла сахар, потому что потом добавила мед.
Овсянку.